И сколько у нас тут? 35. Да, типа босс последний. Типа что-то очень сложное будет. Надеюсь, у меня монет хватит на все это дело. У меня очень много электрических бонусов, но они вообще не очень крутые. Так, а нельзя тут строить ничего, да? Растения садить. Вот, очередной уровень сложный. Он сложный из-за того, что здесь условия сложные. Так, но мы можем выбрать все что угодно. Вот это уже хорошо. Вот это мне нравится. То есть, я думаю, что пройду тут без проблем. Потому что с моей стратегией у меня много солнца, и можно тут многие комбинации придумывать интересные. Но я думаю, что нам нужна заморозка. Обязательно заморозка нужна. Поэтому я буду ставить... Я не знаю, что там лучше всего ставить вначале. Но мне кажется, лучше всего это арбуз ставить за 500. Потом, например, перчик поставить, если что, взрывать их. Одни взрывы, например, взять. Если здесь такой уровень, то мы будем их просто взрывать и замораживать. То есть здесь вот так. А что еще? Вот это новое растение. Это может быть какие-нибудь... Ну, можно вот так, например. Или не очень режим такой. Хотя нормально получится. Давайте. Без подсолнухов, блин. Ну, забыл я подсолнух взять. Ну, попробуем, попробуем что-то сделать. Может, получится. Сразу спешить я убивать их не буду, чтобы у меня было время. Чтобы эти растения первые зарядились быстрее. Ой, блин, уровень долгий, я думаю, что без подсолнуха будет очень сложно нам. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне даже придется арбуз вот так ставить. Не, давайте перепройдем, потому что без подсолнуха будет сложно. Я, наверное, уберу тогда стенку, тогда без стенки будем. Все равно ее надо ставить, а я здесь пол карты не могу ничего ставить, так что пофиг на эту стенку. Убираем мы стенку и берем доисторический подсолнух. Вот как-то так. Так больше шансов пройти, я думаю. Потому что уровень долгий. Если бы он короткий был, окей, тогда еще можно попытаться. Но когда уровень очень короткий, так не работает такая система. Именно здесь будем ставить их. Блин, я там ничего не поставлю. Ну ничего, вот так взорвем. Ну да, взрывать вот так надо примерно. Может быть, вначале даже и арбуз не ставить, если тут нету торнадо вот этого, которое бывает иногда. Нормально все. Они все замороженные. Ну, там, правда, проходят они уже. Ничего, мы взорвем их. Главное, что у нас солнце есть. Можно было стенку какую-нибудь взять, конечно. Со стенкой было бы легче, но... И такой способ, мне кажется, сработает. А, так это уже концовка-то, я чую. Я думал-то еще пойдут. Все, справились. Без проблем. Ну что, подарок? Значит, возможно, у нас опять костюм будет. Ну, там либо костюм, либо гемы, наверное, либо золото, либо какой-нибудь бонус, один из трех, я так понимаю, выпадает. Ну, вот он, бонус. Но нормально этот бонус еще, это не электричество, которое мне не нравится. Опять-таки, смотрите, я жму Next Level, и что мы видим? Мы видим опять загрузка, опять у нас современный мир, то есть это какой-то глюк, не должно быть так. Возвращаемся. 31 уровень. У нас до сих пор много зрителей. 1010 человек смотрят. Неплохо, неплохо. Я-то думал, что вы уже спать пойдете. Но нет, вы еще сидите, так что... Окей. Стрим уже идет 1 час 40 минут.
Всем привет, кто только присоединился. Сегодня у нас только одна игра, мы максимально все посмотрим, максимально все пройдем. Я уже поиграл пиньяту, прошел, сделал эпик квест. И теперь мы проходим Египет. Так, опять выбора нам не дают, или дают? Дают выбор. Ну вот, когда дают выбор, я всегда как бы справляюсь с уровнем, без доната. Но когда выбор за нас сделан, то уже как бы не получается. Так, окей, это начало мое любимое, вы знаете, я всегда так играю. Понятно, что очень много слотов под это уходит, ну и как бы плюсов много в этом. Очень много быстро солнца получаем, можно сразу там арбуз поставить, все дела. Можно вместо арбузов что-то другое делать. Здесь мы будем убирать гробницы, потому что, ну, как бы места нет. Давайте вместо арбуза здесь что-то другое делать. То есть я арбуз не беру, а мы возьмем что-то новое, другое. Например, мы возьмем вот такую картошечку, которая взрывается, и мортиру давай возьмем. Да, по-моему, неплохо. Ну что здесь, гаргантюа будет и много всяких зомби. Ничего прям такого сложного на первый взгляд нету. Так, ну что, оп-оп. Так, сразу подсолнух. Будем сейчас убирать гробницы в первом ряду. Вот здесь. Первый зомби сверху, окей. Значит, мы вот так будем делать сразу. Мортирочку, мортиру. И туда мортиру запихнем. Здесь у нас заморозка будет. Еще одну мортиру туда. Надеюсь, сейчас вихря не будет этого. Ага, вот новый зомби с флагом, что вы мне, про что вы говорили. Теперь я вижу. Быстро он идет, быстро. Но заморозка быстро его успокоила. О, вихрь пошел. Ой, как неудобно, да, для нас. Вихрь-то сразу. Ну ладно, теряем подсолнух. Ничего не поделаю я. Ладно, давайте взорвем, что их многовато бывает. Сейчас как-то появилось многовато. Значит, раз они появляются, надо и дракончиков туда ставить, раз они вихрем могут туда зайти. Два дракона помогут нам. Так, под босса ставим орех, который взорвется сейчас, как только он по нему ударит, гаргантюа. И что дальше? Восстанавливаем подсолнухи. Вторую бомбу тоже под босса поставим. Я думаю, мортиры сейчас везде поставлю. Мне не нравится. Ой, украли у нас столько солнца, я не заметил. Только отвлекся на секунду, бам, и солнца нету. Неприятно. Ну, нам как бы солнце прям так прям сильно и не нужно здесь. У нас вроде все хорошо. Снизу бомбочку ставлю под гаргантюа. Он кидает мелкого сейчас, наверное, кинет. Так, мортиру я поставил. Эти все замороженные, ребята. Ну и под этого босса тоже гаргантюа оставлю минку. Он сейчас прям себя и взорвет. Снова солнце пытаются у меня украсть. Египтяне эти. Блин, а реально много их. Но я бесконечный режим играл, там намного сложнее бывало. Поэтому я как бы знаю, что может быть здесь. И ничего прям такого сложного в Египте нету. Только когда разработчики за нас там что-то выбор сделают, тогда сложно, да. А здесь, видите, никаких проблем у нас нету. Все, 31 уровень пройден. Я тогда уже не жму Next Level, все равно сейчас не работает эта система. Может быть, быстрее нажать «Выйти». Яблочная мортира. Сколько стоит в деньгах или в солнце? В солнце сколько она стоит? 250, по-моему, или сколько? Или меньше? Меньше, по-моему, она стоит. Но она прикольная мортира. А в деньгах я не помню, сколько. Она довольно-таки дорогая, по-моему, была. 6-7 долларов стоила. Умножайте на 60, вот и ваша цена, наверное. Если у вас такие же цены, или у вас дешевле немножко в рублях получается. Я не знаю. Так, выходим снова. О, а сейчас я вышел и нормально. Теперь не тот мир. То есть надо выходить на экзит нажимать. Ну что, 32 уровень. Скоро да пройдем, посмотрим, что ж там в конце у нас. Мне уже не терпится посмотреть все-таки, что ж там такое прям придумали разработчики.
Так, надо защищать. Больше 15 растений нельзя строить. Нельзя. Поэтому надо что-то дорогое ставить здесь. Реально дорогое. Ну, придумаем. Так, ну, стандартное начало для меня, вы же знаете какое. А можно нажать на эту кнопку? О, оно и восстановит. Так, правда, что мы меняем? Ну, здесь могилы, наверное, придется убирать. Я не видел там, сколько их было много, но вроде много. Что-то мне кажется, что здесь можно тоже пройти такой, такой же стратегии, только можно, например, двойной горохомет, двойной подсолнух поставить. Или все-таки это будет плохая стратегия, не знаю. Нам как бы урон нужен большой, да? Но я буду просто взрывать их, например. Давайте попробуем, не получится что-нибудь придумать. А, тут надо перекрывать, но ничего, справимся. Справимся, справимся. Можно сразу подсолнух двойной ставить за Бончой слева, например. Он будет защищать. Так, мартирочка. Здесь, по-моему, не будет, я так понимаю, тогда... не будет гробниц никаких, никто не призовет их. Но я не уверен. 250, да, стоит моя обычная мортира, вот. Я думал дешевле все-таки. Я не замечаю иногда цены, как бы, просто ставлю и все. То есть можно за две мортиры один этот заморозку, один арбуз поставить. Примерно так. Так, очень длинный уровень, смотри, 5 флагов. Я вообще первый раз вижу, что 5 флагов было. То есть это вот впервые, насколько я помню. Так, надо не забывать, что много растений здесь нельзя ставить. Поэтому надо что-то поставить. Сейчас я солнца хочу очень много добыть. Очень много солнца. А дальше я потом их продам. Чтобы у нас было очень много возможностей на взрыв всяких. Поставить там взрыв и прочее. Так. Давайте сверху поставим взрыв. Я не знаю, пусть они там. У нас 5 растений, 4 осталось. Нам заморозка нужна, потому что видите, что сколько с факелами чуваков. Они прям сейчас все уничтожат у нас здесь. Очень опасно. Вот здесь можно быстро проиграть, если случайно они все уничтожат. Так, Гаргантюа пошел. Гаргантюа, вот это проблема, Гаргантюа. Сразу под него минку ставим. Так, так, так. Ну тут реально сложно, сразу говорю, реально сложно. Гарганча себя взорвал, это хорошо. Но у нас теперь проблемы, то что к нам уже подобрались зомби, поэтому придется сейчас, наверное, бомбу ставить. И пытаться их убить. Так, так, так. Снова они пошли со всех сторон, очень опасно. Но мортир очень много, мортиры рулят. Мортиры однозначно рулят. Кстати, гробницы появляются, появляются они. Сейчас надо очень аккуратно следить, сколько мы растений можем поставить. Вот сейчас одно растение, и все, больше нельзя ставить, пока, например, не взорвут чего-нибудь у нас. Так, одно растение могу только ставить. Видите, я ставлю, жду, пока появится единичка сверху. И вот сейчас мы можем что-то сделать. Так. Надо что-то продать мне. Может, мортиру это, чтобы у меня больше было возможностей. Под босса тогда ставим. Он сейчас себя взорвет. Так, я, наверное, вот так сделаю сейчас. Потому что очень опасно здесь. Ноль растений. Мы не можем сейчас ничего садить. Я думаю, что уберу подсолнухи, потому что у нас очень много солнца. И нам надо слоты, чтобы больше... растений садить. Так. И последняя волна идет. То есть вроде как прошел я. Ну, ничего сложного прям не будет, мне кажется. В последней волне уж. Справимся. О, ноль растений. Сейчас главное не проиграть. Случайно, например. Потому что мы уже выиграли, но можно случайно растение поставить и проиграть из-за этого. Лимит превысить. Так, ну сейчас взорвет, наверное. Ну все, справились. Отлично, с первого раза. Без доната, без бонусов. Так что все отлично.
Так. Ну что у нас тут в чатике, ребята? Теневой гриб против помидора. Попробуй теневой гриб против помидороголовых. Это кто такие вообще? Помидороголовые? О чем вы, ребята? Я просто вас не понимаю, на каком языке вы говорите. Ладно, скорее всего, вы имеете в виду... Хотя не знаю, по кого вы имеете в виду. Может, это Гаргантюа? Когда я видео выложу, не знаю, через недельку, может быть. Посмотрим. Так, какой у нас? Опять у нас не туда вышло. Вышла игра. 32 из 35 мы уже прошли. Осталось 3 уровня. Ну, 2 и последний. Хочется уже посмотреть, что ж там будет. Что с премиум растениями? Я уже отвечал на вопрос много раз, что не работает больше эта система. Не могу вам показать, к сожалению. Вышло обновление, они пофиксили. Так что извините, чуваки, не работает система. Так, у нас опять-таки этот режим, когда нам дают золото, да? И мы должны что-нибудь придумать, мега какую-нибудь стратегию. Ну, я-то знаю, какая стратегия. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, работает ли она, эта стратегия. Может быть, через заморозку даже играть. Но я не уверен, что это крутая идея, потому что это будет очень дорого. Не знаю, не знаю. Ну, можно попробовать. Просто возьмем все подряд сейчас. Вот так. Я попробую первый раз просто электрической. Голубикой. Электрической. Ровно 3 ряда у нас получается. Поехали, посмотрим. Если так пройду, то этот уровень легкий получается. Так, ну что, Гаргантюа был и Гаргантюа нету. По-моему, так и лучше всего тут проходить. Ну а как еще его быстро убивать вот прям так? Он даже мелкого не успевает кинуть. Так. Так, вот здесь надо очень быстро их убивать, пока они не добежали. Так, 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 так. Так, хорошо. Следующая волна идет. А мы только монетки будем собирать, делать нам нечего. Мы можем только еду дать, покормить растения, например. И все, больше от меня ничего не зависит. Ну, можно бонусы использовать, но я, конечно, бонусы не буду использовать. По-моему, стратегия на очень многих этапах работает. Прям вот именно такая. Сейчас, правда, их очень много, я что-то боюсь. Они что-то быстро бегают так. Я уже думал, пробежит сейчас первый чувак. Кстати, можно сделать так, что покормить в последний момент растение, и она не сгорит. То есть там буквально 3 секунды, и еще пока она будет использовать способность, она не сгорит. То есть можно использовать еду как возможность спасти растения от огня. Ну что, победа тут, ребята. Прям мега быстрая победа. Без потерь. Очень быстро все прошел. Голубиха рулит, короче, ребята. Мега растения. Для таких вот уровней подходит просто супер. Когда очень много гаргантюа и надо их быстро убить, например. Так, окей. И что мы видим? У нас уже скоро концовочка. Exit to map мы нажмем, чтобы у нас снова не вышло в современный мир. Реально легко, согласитесь. А прикиньте, если еще проапгрейдить это растение, вот голубиху, да? Блин, не туда вышло. Проапгрейдить до максимального левела. Я не знаю прям, что там будет. Он, наверное, каждую секунду там будет электричество кидать. Ну, или каждый там... Ну, быстрее в 2 раза, я думаю, перезаряжаться будет. Поехали, 3-4 уровень. Наверное, что-то мега сложное будет перед последним уровнем всегда. Как бы разработчики что-то сложное делают. Нельзя больше, чем 1800 солнца потратить. У-у-у. Это надо что-то думать реально. Ой, а тут такой уровень еще. А, тут нельзя ничего выбирать нам, да? За нас выбор сделан. Ну, наверное, сюда будем ставить тогда. Сейчас будем очищать прям могилы. Все, 2 подсолнуха хватит, я больше, наверное, тратить не буду. Потому что мы же на них тоже деньги тратим, и это считается. Так, ну что, заморозку будем ставить. А, ну здесь ничего, кроме взрывов, нету, я так понял, да. То есть нам, может быть, и...
Можно было подсолохи-то и не ставить. Нафига нам столько прямо солнца-то? Здесь можно даже и не чистить ничего. То есть ждать, пока очень много зомби будет в одном месте, и ставить просто бомбу, как-то так проходить. Здесь, кстати, нету газонокосилок, нельзя никого пропускать. То есть надо правильно играть. Ну окей, ну смотрите, сейчас их будет много, например, в одном месте. Можно попробовать. Сейчас заморожу. Вот сейчас они будут сверху снизу, и, например, можно как-то вставить, я думаю, взрыв. То есть реально тут не надо было ставить подсолнух никакой. Вот как-то так убивать их. Теперь сверху и снизу не очень удобно. Надо тогда их как-то замедлять, я так понимаю. Чтобы снизу появились и сразу две линии взрывать. Поэтому как-то так, но будем пытаться, стараться. Тут есть еще стенка, можно стенку ставить. У меня, кстати, стенка, видите, третьего левела. Больше здоровья, я так понимаю. Так что будем сдерживать лучше, чем обычной стенкой, не апгрейженной. Но все равно это там прям такой апгрейд, не сильно прям мега крутой какой-нибудь. Так. Ну, можно снизу взорвать, но мне кажется... Ну ладно, взорвем. Я не знаю, может быть, не лучший вариант это был. Давайте двойную скорость поставим. Посмотрим, что нас ждет дальше тут. Так, этих замораживаем, чтобы вместе взорвать с этими всеми ребятами. Блин, их реально очень много. Особенно этот чувак, который с факелом, с этим, с флагом. Он прям мега быстро бежал. Я даже не знаю, взорвем пока этих. Хотя, может быть, и не стоило. А, там же эти еще остались. Да, ребят, не получилось. Надо что-то другое делать. Давайте подумаем, как... Вообще подсолнухи не ставлю я. Это была ошибка. Подсолнухи здесь вообще не нужны. Здесь хватит и так солнца. То есть я потратил 100 солнца в никуда. Надо что-то другое придумать. То есть мы ставим двойную скорость, и пусть эти идут, и мы будем просто замораживать, как и в прошлый раз. И ждать, пока будут со всех сторон они. Сверху, снизу. Все, подсолнух не нужен реально. Потому что я столько солнца не потрачу ни на что. Тут я не знаю, зачем им дают подсолнух. Если бы не было ограничения, сколько тратить солнца, тогда окей, можно ставить. Так, нафиг он нужен. Замораживаем, короче, как и в прошлый раз. Здесь надо, я примерно по-другому. Я знаю, как. Примерно. Теперь надо вот этих замораживать, мне кажется. И ждать, пока сверху появится. Теперь вот этих один раз. И потом взрывать. Хотя я не уверен. Я не уверен. Ну, давайте так. Давайте как и в прошлый раз делать. Ничего не выдумывать, посмотрим. То есть как у меня было, я вот сейчас взрывал, по-моему. В этот момент. Ну, сейчас не так хорошо получилось. Один зомби остался, но это небольшая прям проблема. Я просто хочу как-то использовать, чтобы взрыв был сразу многих взрывал. А здесь, получается, так не получится. Поэтому я не знаю, без доната здесь, наверное, очень сложно. Здесь надо прям мега круто все рассчитать, если вообще возможно как-то рассчитать. Я и ставлю стенку, чтобы не тратить на них бомбу, наверное, сразу. Подождать, пока кто-то подойдет, что ли. Хотя здесь, наверное, так не получится у меня. Придется взрывать. Теперь сверху проходят. Ну, ставим там тогда стенку. Не, ну тут реально сложно. Я не знаю, как проходить, честно. Без доната. Пока я не понял этого. Так, замораживаем. Я так понимаю, что, может быть, еду кинуть на вишневую бомбу, если так возможно. И вообще, я не знаю, не уверен. Но если возможно, может быть, это все взрывает сразу на карте. Я попробую сейчас это сделать. Нет, это не работает, ребят. Это не работает. То есть тут без доната никак. Я просто не представляю, как тут надо взрывать, чтобы прям всех убивать. Это просто, я не знаю. Да невозможно его пройти. Бонусы надо использовать. Я просто хотел без бонусов изначально.
Поэтому мы будем вот так делать. Без бонусов нереально вообще. 3-3-3-3. Еще этот очень быстро бегает. Видите, он вышел так сразу и побежал. Я сейчас его заморожу. Поставим еще стеночку. Ну, здесь типа надо вот так вот, наверное, стенки делать. Блокировать, потом как-то взрывать, когда их очень много. Ну, как-то так, наверное. Тянем время. Пока не подойдут и всех взорвем сейчас снова. Тут еще можно проиграть, случайно больше солнца использовать, чем надо, и проиграть из-за этого. Я понимаю, что можно заморозку ставить и потом замораживать всех, если еду кидать. Но это все равно не поможет. Здесь не хватает. Не хватает возможностей. Нам-то не особо ничего не даст. То есть можно вот так делать. Ну, типа, они заморожены, окей. Теперь, типа, ждем, пока вишня появляется. Но все равно еды не так много было, чтобы прямо так делать. То есть так бы не сработало. Она не дает нам прямо огромного преимущества. Ладно. Свайп. Убираем их. Этих можно взорвать. Остался один. 350 солнца можно только использовать, но хватит нам. Ну вот как-то так, ребят. Я не знаю, как вы проходили. Я тут просто нереально как-то. Так, ну может быть хоть костюм мы выиграли. Столько я золота потратил. Сколько я 3 раза использовал способности или сколько? Давайте посмотрим. О, это неплохо, новый костюм. Кстати, он, по-моему, ни разу не выпадал мне, такой костюм. Первый раз вижу. Ну, неплохо, неплохо. Для авокадо открыли костюмчик. А что, next level может работать уже на последний уровень? Или снова на карту выбрасывает нас? Няшка Лапа, привет. Драмалик, что за киви за 175 солнц возле взрывающейся картошки? Ну, киви это премиум растение, насколько я помню. Она наносит урон, когда зомби начинают его есть. Типа, она вырастает и потом начинает наносить урон. Как-то так. И надо с алоэ использовать, чтобы алоэ восстанавливало здоровье. О, это древний Египет, все нормально. Ну что, с богом, последний уровень. Посмотрим, что ж там такое. У нас 1200 человек смотрит. Это прикольно, ребят. Всем привет. Я не знаю, так долго смотрите. В прошлый раз такого не было. Спасибо всем, кто присоединился. Ну что, тут, наверное, мега сложно. Много очень донат придется тратить. Ну, посмотрим. Так, я вижу босса. Окей, то есть он мега сложный будет. Очень много всех призывает там. Так, окей. Я ставлю так, потому что нам надо пробить гробницы сразу. Ой-ой-ой. А гробницы, кстати, то он не убивает. Видите, он пробежался, но не уничтожил гробницы. Так, очень много всех тут ребят этих. Двойную скорость я уберу, что-то я так... поставил, как будто тут прям мега легко. Я уже вижу, что надо использовать. Я везде ставлю, пофиг. Нам надо просто эти гробницы вначале уничтожить, чтобы было больше места. У нас проблема, потому что невозможно растения какие ставить. Так, он суммонит всех.
Так, у нас там краб, все нормально. Краба убивают, он потом начинает бежать, так что ничего страшного. Так, что много-много их. Снова везде. Ой-ой-ой. Ну это хорошо, на самом деле, с одной стороны и плохо, с другой хорошо в целом. То, что так произошло. Ой, что это было? А это типа... Ой-ой-ой, я теперь понял, это он начинает бить ногами, прежде чем начинает чаржиться рывком таким. Просто я особо не наблюдал за боссом, как он там, анимация у него, я все-таки играю, у меня нету времени обращать внимание на это. Так, здесь очень много гробниц, вот это реально очень сложно из-за этого. Очень много гробниц, постоянно появляются и появляются. Невозможно поставить растения. Видите, вот сейчас вот они идут, я ничего сделать не могу. Так, попробую вот так вот. Бумеранг использовать, да, сработало. Вроде убили. Так, что у нас там творится в других линиях? Да все плохо на самом деле, ничего хорошего. Еда, правда, есть, можно попробовать еду использовать почаще. Босса мы немножко пробиваем, но так, чуть-чуть буквально. Не особо. Попробую краба сюда поставить. Ну, сложно, ребят, сложно. Ну, пока держимся, держимся. Так, ну хорошо. Единственный плюс, у нас нету больше гробниц никаких. Мы все зачистили. Ну, правда, они сейчас появятся, наверное. Он вызывает время от времени, но... Пока что можем передохнуть немножко. Ой, влетел он. Но он хорошо, он и зомби уничтожил, и все наше. Ничего страшного. Не произошло прям. Так, вот гробницы появились. Это мы сразу уберем тогда. И эту давайте уберем. Так, то он прыгает. Я думаю, что он начнет рывок использовать. Я покормлю растения, и он не сможет ничего уничтожить. Пока у нас есть время, видите, мы спокойно можем его атаковать. Дают нам возможность разработчики немножко передохнуть. Пока он там что-то делает, по сути. Это передышка для нас. Там это с факелом сразу появился, но я успел его сразу заморозить. Ничего он нам не сделает. Плохого. Ну, хорошего тоже. Так, ну что там с факелом сверху? Добили его все-таки, хорошо. У нас сейчас больше еды, чем надо, поэтому я, наверное, на краба использую. Так, на босса, смотрите. Кстати, побеждаем босса, не спеша, но побеждаем. Вначале было намного сложнее, чем сейчас, потому что сейчас как-то полегче. О, я успел, успел. Я сейчас увидел, что босс чаржнулся и успел сохранить всех. Ну, правда, еду потерял, может быть, не стоило, но не знаю. Иногда лучше одну еду сохранить, чем, например, растений, там, не знаю, 10 штук. Потому что они всегда появляются, ты их восстановишь, а еда не так часто появляется, поэтому. Тут еще неизвестно, что лучше. Так, ну что он будет делать? Призывает, окей. Призывает. Кстати, а босса-то можно заморозить с этой штукой? Но можно заморозить, он только замедляется. То есть заморозка не работает, но он типа медленнее становится. Тоже можно так играть, на самом деле, я так думаю. Давайте на босса сразу всю еду, а. Смотрите, как он просаживается сразу. Как бы только мы от этого не проиграли, если он сейчас всех призовет, там, крутых чуваков. Ну, нормально, смотрите на его здоровье. Неплохо, неплохо. Работает тема. Ну, давайте добьем. Мне кажется, сейчас буквально вот чуть-чуть, и мы сможем его добить. У него прям здоровья нет уже.
Все, я кидаю в него. Ну-ну, давай-давай-давай. Он Горгонча как раз призвал. Он как раз будет хорошо убить сейчас всех. Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет, я успел. Я успел покормить, и он не успел ворваться. Все, мы его добиваем, смотрите, ребят. У него нет здоровья, нет шансов у него. Он что-то там прыгает, прыгает, все. Победа, ребят. Ну что, а что дальше? Мы увидим награду какую-то, увидим какую-то, я не знаю, надпись, что-нибудь интересное. Нет, все. То есть вот такая концовка, ничего нету, да? Ничего не открыли мы. А, не, есть что-то. Окей. Ну, что-то типа говорит. Отлично, мы сделали это. Ну, он говорит там какой-то... Что expansions в будущем будет больше уровней, вот, говорит машина нам. Типа, я обнаружила, что в будущем будут новые дополнения. Вот так вот, если переводить это все. Ну, типа, нам намек делают, что, типа, в других мирах там будут новые уровни. Ну, понятно, типа, они будут вот так вот по 10 уровней или по сколько там добавлять. Раз в месяц или раз в 2 месяца будет обновление. Ну, у нас, конечно, будет стрим обязательно, будем все стримить. Потому что стримить мне интереснее, ребята. Вот когда я играл без стрима, записывал на YouTube видосы, мне не особо нравилось. Но когда стрим как-то повеселее, что ли, мне как-то нравится, поэтому я и решил... играть почаще, стримить все. Поэтому у нас даже на этой неделе 2 стрима было. Может быть, вы не смотрели, но во вторник у нас был стрим по Angry Birds. Было 19 игр по Angry Birds. Я играл 7 часов, по-моему, даже с половиной. Не помню, ли ровно 7 часов я играл и все игры прошел. Но в записи все увидите, на следующей неделе все выйдет. Постепенно по каждой игре видос будет. О, 2000 монет. О, наконец-то. Так мы можем паки пооткрывать, ребята. О, смотрите-ка, вот ради этого можно было играть. А, только, ребята, сейчас важный вопрос в чатик. Кто уже прошел это? Если я второй раз 35 уровень сейчас пройду, мне дадут эти бонусы? Или это только один раз, ребята? Напишите, пожалуйста. То есть, если это можно много раз, получается, можно все время босса убивать и все время получать награду. Но мне кажется, что это только один раз. Кто реально знает, напишите, пожалуйста, дадут ли мне награду за второй раз? Дадут? Не дадут. Дадут? Один раз. Один раз. Нет, не дадут. Один раз. Окей, ребят, спасибо. Потому что я думал, что еще поиграю, чтобы, типа, еще награды получить. Но, видите, разработчики все так сделали, чтобы не обузили систему, чтобы постоянно гемы не получали. Так что, окей, спасибо, ребята. Я понял. Так, ну что, поехали тогда в современный мир. Современный мир. Давайте сейчас буквально 5 минут, у меня глаза немножко отдохнут, и мы продолжим. Буквально 5 минут, я даже трансляцию не буду выключать, я просто сейчас посижу тут и передохну немножко.